Ну что, как говорится, свято место пусто не бывает. Этот цех у нас тоже уже битком. С того цеха перетаскиваем заливку сюда. И, судя по всему, у нас запускается вторая линия по заливке и доводке. Блин, даже обнять не дал. Скульптур и в наших замечательных фонтанов. Сезон идет очень хорошо, несмотря ни на что. Вот классическое правило, да, везет тому, кто везет. Вне зависимости от каких-то ситуаций геополитических, пандемий и так далее, мы все равно свое дело делаем, движемся, создаем прекрасную красоту. Еще и здесь площадку полностью все забираем, чтобы хранить все остатки на улице. Так что приезжайте в гости, будем показывать вам новый цех. А если у вас есть на примете какое-нибудь красивое помещение здесь в наших краях, в районе Истры, квадратиков так на 600-1000, ровненько, чистенько, с балкой, так что прям можно было фотосъемку проводить. Дайте